Рогачевский мост. Столько раз проходил в эту навигацию под ним, возил пассажиров, катал, корпоративы, свадьбы, день рождения и просто пьяных и трезвых, романтичных и влюбленных. Вот. Это вот завершается наша эпопея летняя, когда мы катаем людей по нашему красивейшему каналу. Очень здорово. Непередаваемые ощущения. Еще раз, Рогачевский мост, почти крымский. Очень похож. Вот. Впереди вон идет какая-то яхточка. Сейчас пропустим ее. Идет на зимовочку в Москву. А мы пойдем на зимовочку в Кимры. Там будем стоять. Вот такие дела.